Ну вот мартышка к старости слабомозгами стала. Бывает. К сожалению, да. Поэтому вот то, что вспомнится, может быть. Ну ладно, где твоя стая? Эка беда, если снова не спится, там наверстаю. Если ты птица, январская птица, где твоя стая? Где твой исток, из какого ты чрева, спора и кринки? Где твоя роща, коль скоро ты древо, стебель, травинка? Где твоя стая, надежные зубы, чуткие уши? Кто твои родичи, мамонты, зубры, волки, квакуши? Меха коснулась когтями, руками или перенья? Кто ты, создание, здание, камень, стихотворение? Прима нелепого моноспектакля, сага о снеге. Может, ты капля? Но если ты капля, где твои реки? Импульсы пульса, взбесившихся квантов ток реверсивный. Небо под утро встает на пуанты. Очень красиво.